мы с вами в течение 17 минут, точнее мы с Артемом, ну и с вами, прошлись по этой тропе, и через 17 минут здесь поворот. Когда-то вся тропа была усеяна познавательными ленточками, знаками, заблудиться невозможно. Сейчас только избранные могут попасть на Эльбу. Вот Артем сейчас покажет этот поворот. У нас на Эльбе просто увлеклись гастрономическими темами, и сейчас, Артем, покажи, куда нам идти дальше на Эльбу. Если кто хочет приехать на Эльбу, находите меня, и я вам расскажу. Понятно. Вот сегодня Артем меня сюда довез, а вот там уже видны палатки.